Еще одна люберецкая школа обзавелась многофункциональной спортивной площадкой. На этот раз 21-я школа. Обустройство зоны для занятий спортом завершилось неделю назад. Новый объект уже опробовали юные футболисты. Эту площадку педагоги и ученики 21-й школы ждали давно. Вот как выглядела территория для занятий физкультурой раньше. Сейчас это современный многофункциональный комплекс, включающий в себя несколько спортивных зон. Основную площадь 1500 квадратных метров занимает футбольное поле. Вокруг него беговая дорожка, прыжковая яма, благоустроенный газон и воркаут-площадка. У нас будет площадка для бадминтона. Буквально застройщик обещал, как бонусом нам сделать разметку на этой площадке. И вот таким образом у нас буквально все виды спорта можно будет на этой площадке демонстрировать. На новой спортивной площадке уже прошло первое занятие. Это право предоставили юным футболистам. Качественный газон и просторное поле оценили как дети, так и учителя. Ребята очень рады. Они вот, у них глаза у всех горят, что у нас тут появился. Мы долго ждали этого. Появилась у нас такая хорошая площадка. Будем ждать, наверное, дальнейших спортивных достижений. Средства на создание такой спортивной зоны выделили из бюджета городского округа Люберцы. Строительство площадки обошлось 8,5 миллионов рублей. Обращались жители города в администрацию городского округа Люберцы с просьбой модернизировать площадку, которая здесь была. И мы надеемся, что вот с строительством такого спортивного комплекса ребятам будет намного интереснее заниматься физической культурой на улице. Такие многофункциональные спортивные комплексы стали появляться на территории люберецких школ с 2018 года. Это уже 7-я по счету площадка, но, по заверению властей, не последняя. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.